студентки Ивановского художественного училища вышли на федеральный этап конкурса «Доброволец России». Победу на региональном уровне одержали в номинации «Культурное волонтерство». Елизавета Баранова представила на конкурс проект «Портрет ветерана». Совместно с областным госпиталем для юных художников она устраивает встречи с пожилыми пациентами. Портретов много, потому что мы рисуем не один портрет за продолжительное время, а мы делаем быстрые портреты, например, за 3-4 минуты где-то портрет. И там один ветеран, его могут нарисовать 5-6 человек за один вот сеанс, за час. Елизавета уверена, что творческие встречи студентов училища с ветеранами помогают не только получить опыт, но и сохранить связь поколений. Портреты в знак благодарности дарят ветеранам-натурщикам. В случае, если проект займет призовое место и получит грант, средства потратят на краски и холсты. Ивановские волонтеры хотят, чтобы их проект расширил свою географию, и портреты ветеранов стали писать в других регионах страны. Ветераны не только войны, а и этого самого Чернобыля, и Афганистана, и других там войн. Так что это, мне кажется, вообще прекрасная вот идея, которая здесь работает. Еще одним благотворительным проектом занимается Ксения Кузьмина. Девушка проводит мастер-классы по созданию оригинальных игрушек из бумаги и ткани. Задумку уже оценили на форуме Таврида, где девушка получила грант. На эти деньги вместе со студентами училища она планирует посещать детские дома и учить ребят превращать бумагу в фантастические поделки. Здесь просто идет как трансформация складывания, мяти, резанье, сжимание и так далее. И ребята смогут не... Ну, знаете, книги есть по оригами. А здесь ты делаешь сам свою игрушку, свое творчество, и можешь сделать все, что хочешь, только с разными способами. Девушка уже получила 100 тысяч грантовых рублей на развитие своего проекта. На эти деньги хочет приобрести бумагу и ткань для детских поделок. Финал конкурса «Добровольцы России» пройдет в начале декабря в Москве. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.